Здравствуйте, мои дорогие подписчицы, с вами Елена. Я хочу провести такой расклад, диагностику и посмотреть на негатив на картах Ленорман, Тайны Старого Замка, на такую тему, есть ли негатив на нас, на всех, на девочках, чтобы, если есть какой-то негатив, убрать его к концу года. Избавиться от всего плохого, дурного, чтобы все плохое ушло в этом году. Сейчас я буду искать в колоде карту женщины. И какая карта будет перед, после, мы будем делать диагностику. Здесь немного темно, вам, надеюсь, видно, но мне так нужно, чтобы была определенная полутьма. Вот смотрите, вот вышла карта женщины. Сейчас покажу. Карта книга и карта якорь. Здесь говорится о том, что этот негатив, он задержался уже давно у некоторых девочек по якорю. Смотрите, якорь, женщина и карта книга. Этот негатив задержался уже давно. Кто-то сделал, может быть, вам плохое, на вас даже ходил, что-то сделал негативное. Или это вы просто переняли от других людей, зацепили, и это задержалось всегда. Но негатив на работу, у кого-то не клеится с работой, не идут дела, не идут денежки. Что еще посмотрим? Какой еще есть негатив на девочках? Это карта Луна. Нет баланса, нет какого-то эмоционального, ну, вот баланса, гармонии сама с собой, постоянно какие-то нервные срывы, психозы, переживания, тревожность какая-то идет, что-то вот такое вот постоянное напряжение. Давайте посмотрим дальше, что еще есть. Смотрите, это карта Клевер. Это на некоторых немного негатива, его легко совершенно будет нам сейчас убрать, почистить. Карта Клевер дает мне такой знак, что негатив убрать нам будет с вами легко. Сейчас я возьму одну карту, мы будем смотреть, что дальше мне делать. Продолжать смотреть. Это карта Развилка, конечно, негатив есть. Это такая магическая негативная карта. Перекрытие дорог на любовь, на деньги, на работу, на удачу. И сейчас мы будем чистить этот негатив, убирать все плохое, все дурное. Вот, смотрите, женщину, сигнификатор ваш, я вот оставлю вот здесь. Вот вы будете себя видеть, вот здесь вот с краешку. Это вы, прекрасная женщина, замечательная красавица. Чтобы было ярче видно, я сейчас еще поставлю несколько свечей. Я надеюсь, будет вам все это видно хорошо, удобно. Зажгу свечки. Красные свечи на победу. Красные свечи на удачу. И две свечки, чтобы вы не были одиноки. Чтобы вы всегда были в паре. Чтобы у вас была любовь, понимание. И все было хорошо. И еще я хочу зажечь благовоние. Благовоние такая вот у меня есть. Это благовоние на любовь тоже. На любовь к себе. Очищу свое пространство, ваше пространство. И сделаю небольшой такой ритуал, обряд. Он вам, конечно же, поможет. Вы почувствуете сразу это, кстати. Облегчение такое придет. Ну, сразу все не бывает, но потом... Смотрите, я это тоже вот отодвину. Вам это, наверное, видно, да? Сюда вот поставлю благовоние. О, какой пошел прекрасный запах такой сразу. И я буду делать... Погасла свеча одна, надо же... Смотрите, сколько негатива к концу года набралось. Новая свечка, совершенно новая, не горит.
не хочет гореть, ни в какую не хочет гореть. Это много негатива, конечно же. Но ничего страшного, не пугайтесь, не переживайте. Я буду сейчас делать чистку на картах феи. Очень такая хорошая колода, именно очищающая, помогающая избавляться от негатива. Это все легко убрать. Самое главное – вера. Вера в это. По вере вашей будет вам дано. Я буду очищать себя и вас. И в процессе этой чистки очиститесь и вы, и я. И в Новый год мы будем все очищены. Смотрите, видите, них никак не горит эта свеча. Нет, не хочет. Новая свеча абсолютно хорошее качество. Я очень довольна всегда была этими свечками. Не горит. Негатив. Ну и ладно. И смотрите. Буду продолжать очищать. Как здесь пахнет очень вкусно, многовоний. Смотрите, я буду в колоде. Теперь в этой искать колоде фея, карту женщина. Уже должно быть легче. Уже должен пройти процесс очищения. Мы будем смотреть. Смотрите, женщина вышла сразу. Женщина вышла сразу. Смотрите, карта змея. И карты лилия окружают женщину. Посмотрите, змея, женщина и карта лилия. От предательства, от негатива, от всего плохого женщина отвернулась и смотрит в сторону лилия. А лилия – это очищение, благородство. У вас, девочки, все будет хорошо. Все будет хорошо. Я очень на это надеюсь. Я вам помогу, верьте в это. Вот давайте будем смотреть. Смотрите, карта мужчина, она вышла сама, появится мужчина. Обязательно. У кого не было мужчины, кому одиноко, в новом году будет новый мужчина. Если вы хотите наладить отношения со своим нынешним мужчиной, я, конечно, сделаю так, если на это есть воли высших сил, конечно, да. Я еще буду брать карты, вот при вас беру, что еще. Смотрите, это карта солнца, она покрывает карту лилия. Это еще лучше, еще успех во всем. Вы очищены, у вас все хорошо. Давайте я попробую сейчас, кстати, зажечь свечу. Благовоние пахнет бесподобным. Мое пространство, мое жилье, какой здесь запах, горят свечи. Но вот эта вот свеча, не знаю, почему она не хочет гореть. Такое качество хорошее. Так они хорошо горят всегда. Ну, значит, есть негатив, да, есть негатив, конечно. Ну, вот я вот такой пока вставлю, мы сейчас посмотрим, что сгорится она или нет. И мы будем знать. Не, вот не горит она, нет. Вот загорелась. Вот, все. Негатив уходит. Я очень рада. Горит солнце у нас. Горит свечка. У нас все хорошо. Что еще к нам, к девочкам? Придет хорошее. Убирается негатив. Убирается любой негатив. Любой. Здоровье. Восстанавливается силы. Физические силы. Ментальные силы, эмоциональные силы. Ваша энергетика восстанавливается, девочки, дорогие мои. Все будет хорошо. Я очень-очень-очень этому рада. Карта ребенок. Вы омолодитесь, омолодитесь. У вас будет все заново. И организм молодой физически. Все-все-все, вот как у ребеночка, все новое. Все у вас будет новое. И на деньги открываются, и на любовь, и на счастье. Все у вас, девочки мои дорогие, будет хорошо. Смотрите, это карта ключ. Это очень серьезная карта. Карта Ленорман, номер 33. Мы это сделали, очистили вас. Вам станет сейчас даже легче.
вы это почувствуете. Смотрите, разгорелась свечка, я очень рада этому. И все, дорогие мои девочки, ставится защита, снимается все плохое, дурное. В Новый год вы идете совершенно свеженькое, совершенно новенькое. Давайте посмотрим еще, что еще нужно, может быть, почистить. Или уже хватит, потому что все вышли хорошие карты, произошло очищение. Это карта Луны, ваша женская карта, ваша женская интуиция открывается. Вы будете знать, куда идти, действовать, в каком направлении. Многие девочки в Новом году найдут себя, свое призвание, свое предназначение. Многие девочки, кто вот хотел стать мамой, испытать счастье материнства в Новом году, это получится. Пытайтесь, делайте это все. Высшие силы с вами. Вот смотрите, развилка. Она была в раскладе при диагностике. Карта развилка. Эти дороги открываются. Наконец-таки было все закрыто, перекрыто. И эти дороги открываются, дорогие мои девочки. И все у вас налаживается. И с работой, и в отношениях. И все у вас будет стабильно. И все у вас будет хорошо. Ой, смотрите, и денежки к вам придут. И любовь, и деньги, и достаток. Полное-полное изобилие. На этом я, наверное, уже остановлюсь. Потому что произошла очистка полная. Я сделала небольшой в рамках общего расклада, в маленьких таких форматах очищение. Оно обязательно принесет вам результат. Обязательно. Я желаю вам здоровья, счастья, изобилия, процветания, любви. И всего самого наилучшего и доброго. Будьте счастливы, живите в позитиве, в чистоте. С вами была ваша Елена. До свидания.